Как удалось вообще пробиться в академию? Сложный ли был отбор? Ну да, я старался, вылазился на максимум. Было сложно, но попал. Что нужно было сделать? Какие упражнения выполнить, нормативы? Нам сейчас не надо, мы приехали, вот, ну, размялись, нам дали мячи, мы размялись и играли против ФК Витебска 2007 года. Ну, два матча отыграли, и потом, ну, мы пошли это переодеваться, и к нам подходил тренер, ну, пришел тренер и сказал, кто попал в академию, и спрашивал данные наши. Ясно. Ну, как первые впечатления об академии? Сложно, нравится, не нравится вообще? Ну, сначала было сложно, скучал по родителям, но... А потом уже, ну, там, через недели две я уже привык, уже даже стал, ну, весело здесь, познакомился со всеми, ну, и нравится все, да. Какие вообще ставишь перед собой долгосрочные задачи? Хочешь связать свою жизнь с футболом? Да, хочу связать жизнь с футболом, стать профессиональным, играть в высшей лиге Беларуси. Надеюсь, защищать Свято-Витебск. Да, конечно.